перед тем, как вы узнаете дату выхода новой серии всеми полюбившегося турецкого сериала «Не плачь, мама», хотелось бы рассказать вам немного о ней. Зейнеп требует со своего отца отчет за прошлое, но Аднан избегает ответа. Мерт, который узнает о том, что отец Зейнеп и его зять находятся в состоянии шока. Дамла, которую Алеп выплеснула весь гнев, принимает решение, которое удивит всех, и уходит из дома. Аднан не оставляет Дамлу одну. Алеп, которая узнает об этом, преследует Аднана и Дамлу и потребует с них за это отчет. Аднан и Дамла осознают, что они не могут остановить Алеп, и поэтому, рискнув всем, они решают прийти к ней домой и рассказать всю правду Зейнеп, которую от нее так тщательно скрывает Алеп. Уже совсем скоро все любители турецких сериалов смогут насладиться новой серией турецкого сериала «Не плачь, мама» на русском языке, которая появится на ваших экранах уже 16 декабря. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео. До скорой встречи!